Добрый день, доброе утро, доброго понедельника, Мандей. И учитывая, что у нас сегодня лунный день, понедельник, как говорится, понедельник день тяжелый, но по сути мы хорошо, ну, по крайней мере, я очень хорошо отдохнула в воскресенье, была на море почти целый день, очень много думала, общалась с морем, солнцем, с бабушкой Луной нашей. И поэтому третье наше занятие, я выбрала следующую тему. Луна. Хочется о ней поговорить, так как Луна – это чувство. Но также хочется уже начать говорить и о качествах человека. И я думаю, то, что для вас, для молодежи, очень важно понимать, кто вы есть, какова цель в жизни, что такое жизнь, какие законы жизнь нам, вам предлагает. Поэтому я взяла первое качество человека, которое я считаю самое важное, это уметь дружить. Дружба. Именно дружба с большой буквы. Хочется это обсуждать. Также мы будем обсуждать и говорить о самой Луне, скажем, и в натальной карте человека. Но Луна – это не значок и не просто какой-то знак в каком-то знаке зодиака. Нет, Луна – это прежде всего энергии, которые она нам транслирует. И мы говорили в прошлом занятии, что очень много женского материального зависит от Луны. И мы говорили, что Луна – наша бабушка. И также будем разбирать две ситуации. Потому что, учитывая, что мой творческий псевдоним, а я писатель, публицист, но не только, а также и просветитель, и так как жизнь мне предложила такой псевдоним, как Фьора Делла Вита, что в переводе с итальянского языка означает цветок жизни. А что такое цветок жизни? Это определенные круги, так как человек – это многомерная сущность, также и наша жизнь многомерна. И так как мы говорили, что человеку дали разум 15 миллионов лет назад, за вот этот промежуток времени, сколько каждый из нас уже прошел, и сколько каждому воплощении жизни, опытов еще осталось для того, чтобы стать отличником шестой расы и перейти в седьмую, где уже нам не нужны будут физические тела, но мы будем как ангелы, архангелы, космические строители. Вот как сейчас каждый выбирает себе то или иное направление, которое прокачивает из воплощения в воплощение, или познает всю многомерность жизни и мироздания. Каждый тот опыт, который мы соберем за вот эти вот века, тысячелетия, уже в седьмой мерности, куда нас переведет наша жизненная волна, мы говорим, что есть волна инволюции и волна эволюции, куда мы придем. Так вот, сегодня я решила все сделать по-новому, потому что, да, вчера отдохнула. Во-первых, вчера мы перепостили второе занятие. Кто его уже смотрел сразу же после эфира на Ютубе, @мудро21, мультиканал, в Телеграме у нас есть. И ВКонтакте я сейчас тоже потихоньку начинаю там размещаться, как в сказке Теремок. Я уж где-нибудь, я уж как-нибудь, учитывая то, что YouTube прекрасный ресурс, но вы видите, у нас идет реально прокси-война за информационное поле и для того, чтобы в том числе и будить среди нашей молодежи то или иное недовольство. Закрываются те или иные соцсети, но в предыдущем, во втором занятии мы говорили о том, что Википедия, к сожалению, потеряла свою правдивость, потеряла свободу слова и тоже включена как один из манипулятивных
инструментов борьбы между Западом и Востоком, мудростью и материальным выбором самости, эгоцентризмом. Какие у нас испытания основные? Власть, деньги и знание или невежество. Каждый человек выбирает сам, каждая групповая душа выбирает сама, я имею в виду страна, да? Но мы говорим о том, что земля и земляне, поэтому мы должны себя осмыслять и понимать, и каждый к этому придет в данном воплощении или кому-то надо будет поработать еще несколько жизней, что все мы связаны между собой вот этим цветком жизни, да? Мы никогда не встречаем в жизни людей нам совершенно незнакомых. На планете Земля нет незнакомых людей. Есть люди ближнего круга, цветка и дальнего. Но каждый человек на нашем жизненном пути – это не только великий учитель, как я говорю, никто тебе не друг, никто тебе не враг. Это я цитирую, естественно, восточную мудрость. Но каждый человек на твоем жизненном пути – твой великий учитель. Но также мы, когда встречаемся с людьми, это нам либо друг, либо враг, либо у нас нейтральное ему состояние, но мы можем испытывать либо теплые чувства, либо чувства такие какие-то неприязни. Вот об этом мы будем говорить во второй части эфира и будем разбирать ситуации Анны и Беллы. Вы понимаете, что и как психолог, и как цветок жизни я должна соблюдать анонимность. Соответственно, вот прямо у нас 33 буквы в алфавите, правда, на мягкий знак и на твердый знак имена не начинаются, но у нас есть и Юя, и все остальное. Поэтому я выбрала вот таких два имени из АБВГДЕЖ, Зайкалыманопрасута. Так вот, будем говорить об этом. Вернемся к нашей бабушке Луне. В предыдущем эфире мы говорили о том, что есть такая версия, что Луна – это, даже скажем так, есть такие знания, что Луна – это не спутник Земли, а именно другое планетарное тело, другая планета, на которой существовала наша предыдущая жизненная волна и которая сейчас потихоньку сжимается, сжимается и становится все меньше и меньше. Так вот, диаметр, нет, расстояние между Луной и Землей 380 4403 километра. Далеко, блин. 383 тысячи. Это очень далеко, учитывая, что, например, между Москвой и Римом 3000 примерно 400 километров. И мы летим на самолете где-то около 3 часов. 3, 3,5, в зависимости от того, там ветер в лицо или как. И вот еще хочу, знаете, что сказать. Говорят, Москва – третий Рим. А я считаю, что Москва – это Москва. Не Новый Иерусалим, не третий Рим. Москва уникальна. И давайте называть вещи своими именами. Москва на сегодняшний день – это центр российской государственности. Русский народ многонационален и многорелигиозен. И во втором занятии мы говорили о теософии, девиз которой «нет религии выше истины». И, наверное, почему моя душа, когда выбирала воплощение, выбирала себе родителей, выбрала Россию. Потому что мы живем в эпоху перемен. Мы не как китайцы, мы не сидим на берегу озера, моря, у меня так сразу реки, и не ждем, когда проплывет труп врага. Что значит знание?
Знание – это значит не только высота, глубина и мера знаний, потому что всему существует мера вещам, и милосердию тоже. Но это также и… Так, все, моя волна куда-то раз ушла. Сейчас мера вещам, знания. Я даже подготовила сегодня ручку, чтобы рисовать мои пути отхода. Но, наверное, пришло время сказать о том, что вы видите, что мои знания – это не знание зубрилки, не знание зубрения, потому что все зазубрить невозможно. Мои знания потоковые. Соответственно, я нахожусь в информационном потоке. Перед нашей передачей я попросила своего учителя, наставника, помочь мне в данной программе. Вы скажете, что-то он не очень вам помогает. Нет, дело в том, что когда ты находишься в потоке и у тебя идет Леся песня, это легко говорить. Но когда ты начинаешь останавливаться на каких-то узелках цветка жизни, тогда получается, ты немножко как выбиваешься. Но будем учиться возвращаться. Я буду учиться возвращаться, потому что век живи, век учись. Так вот, вернемся в самое-самое начало. Фьора де ла Вида. Если я согласилась и взяла этот псевдоним, который жизнь милосердно мне предложила, и у меня было много сомнений, я говорила, да ладно, да быть такого не может. Но одна из моих первых наставников, ее звали Фьора, Фьора Бенпорат. Ну и потом, само собой, там с цветами все это связано, длинная история, сейчас не буду говорить. Поэтому мы будем разбирать ситуацию с Анной и Беллой. Не с Анной и Беллой, а ситуацию Анны с ее двумя ситуациями с молодыми людьми. То есть отношения сердечные, это чувство, это Луна за них отвечает. И будем смотреть также Беллу, которая чувствует и разбирается с собой, и у нее пока не хватает знаний. Поэтому сама жизнь вчера мне открыла эти ситуации и показала, что вот это тоже потоковая информация, когда ты уже находишься в диалоге с жизнью. Ага. Итак, Луна. Диаметр у нее 3476 километров. Это вот как раз расстояние плюс-минус между Москвой и Римом. И да, я говорила, что Москва – это уникальное название. Россия – это уникальная страна, которая на нашем пути развития цивилизации взяла на себя ответственность. Да? То есть мы говорили о том, что такое знание. Знание – это не просто информация. Чем больше тебе дается, тем больше жизнь с тебя спрашивает. И, соответственно, Москва, Кремль взяли на себя ответственность за те знания, которые мы имеем, за те 150 миллионов человек, которые живут на нашей территории, защищать наши границы. И, конечно же, мы не могли согласиться с тем, что хулиганистое государство, поджигаемое блоком НАТО, а для меня это реинкарнация Третьего Рейха, потому что в четвертой главе моей книги «Он и она» я пишу молитву матери, пишу образец, как моя бабушка проживала оккупацию в Курской области, которую только в 50-х годах назвали Белгородская область, и когда 3500 танков были на нашей земле, Прохоровское поле. В России было три знаковые битвы. Куликовская битва, Бородинское поле и Прохоровское поле – это битва на Курской дуге. Тогда в 81-й главе я пишу об этом. Когда на физическом, на материальном плане вот эти все
Танки, все это жесть. А статистику я тоже даю, сколько человек присутствовало в этом сражении, не только орудий. И там были и румыны, и мадьяры, сегодняшние венгры. И я говорила уже в предыдущей передаче, что мы сами виноваты в том, что происходит, потому что, создав Варшавский договор после победы над фашистской, нацистской Германией, мы сделали их соцблоком, мы стали им объяснять, как это жить во благо общества, а не только ради своего кармана, консумизма, капитализма, империализма, колониализма, не обкрадывать другие народы, да? И поэтому, так как они как бы были нашими младшими братьями, вот это все, что они накосячили, мы взяли под ковер и замели. А теперь мы говорим, а почему нас поляки ненавидят, или почему нас там Западная Украина ненавидит, которую мы, по сути, от Польши забрали за их плохое поведение в середине 20 века. Они нас ненавидели и ненавидят. Поэтому пришло историческое время поставить точку, да, и каждый живет на своей земле без того, чтобы орудия были направлены на другую страну. И когда итальянцы, швейцарцы в начале СВО меня спрашивали: «Оля, что происходит?», я им такую сказочку написала на итальянском языке, что я говорю: «Представьте, вот живут два соседа. У одного семья, и он взял на себя ответственность за эту семью, и у другого семья. Но другие там едят сало, пьют водку, дерутся между собой, делают наколки». Кстати, про наколки тоже у меня такое откровение вчера открылось. Вот. Хулиганят. Кто им продает алкоголь, все эти вредные для тела человека субстанции, да, в виде растительной и ее продукции. Западные товарищи, которые, люди, которые живут вообще в других городах, в других населенных пунктах, на других континентах, вот они все это поставляют, потому что этим самым они развивают свою промышленность. Вот, кстати, на тему ногти, губы и ресницы, сигареты, вейбы, вот эти вот, в которых вообще тонкоинформационные находятся очень вредные вещества, прогуглите, сколько миллиардов долларов, триллионов рублей идут в Карелию, нет, в Корею, ресницы, в Америку и вот это все. То есть, по сути, с одной стороны, мы все равно продолжаем это делать. А быть их колонией, из которой сосутся ресурсы. Меньше нефти и газа, но по-любому. Вот так это происходит. К сожалению, I'm sorry, это очень злободневная тема, поэтому я ее поднимаю. Я не могу делать вид, что ничего не происходит. Потому что вчера очень много немецких журналов написали о том, что ура, курс на русской, на Курской земле опять немецкие танки. Но это надо быть, извините, мне чисто дебилами, чтобы этому радоваться. Как говорится, смеется тот, кто смеется последним. Потому что то, что они делают, и еще раз подтверждает правильность начала СВО, потому что с такими хулиганистыми соседями, которым старшие товарищи говорят, что делать, что покупать, как вредить собственному народу, как быть скунсом для соседнего народа, и не только скунсом. Вот. Поэтому, соответственно, только доброжелательность, дружбу, чувствовать боль других людей, понимать, развивать в себе это и развивать в себе также осмысление,
что происходит. Вот я видела, как YouTube, как начал мне всех этих иноагентов, там, запрещенных, выкладывать, потому что у меня же аккаунт еще был в Швейцарии в 2012 году зарегистрирован. Я не буду даже секунду своего времени. Я их сразу удаляю. Спам, спам, спам. Потому что я не хочу, чтобы энергетика этой зловонной, вот этой манипулятивной, вот этой гадости информации вообще находилась даже на экране моего компьютера. И в тех чатах, в которых я присутствую, я доброжелательно поддерживаю людей, курян, как их называют. Мой прадедушка был инженером, авиационным. И, по-видимому, карма моего рода и энергетика моего рода, она вот такая уже, когда люди включают мозги для того, чтобы созидать. И мой двоюродный дедушка погиб, как летчик сбил 17 мессершмиттов. На 18-м он погиб. Недавно я ушла, нашла о нем запись в Санкт-Петербургском университете. Обязательно туда поеду, хочу в музей пойти посмотреть. И ангел золотой Андрея, нашего главного героя в книге «Он и она», это мальчик, который во времена блокадного Ленинграда делает маленький подвиг из маленького тела и становится ангелом. Как один маленький подвиг может нас поднять до небес, и одна гадость может нас уронить. Мы можем подскользнуться, можем зайти в тупик и надолго там остаться, потому что с горы катиться намного быстрее, чем подниматься на нее. И вот я поглядываю на тайминг, потому что, вы знаете, у нас стоит это. Я даже сегодня звонок поменяла. Тревога. Уже 22 минуты. Я еще к Луне даже не подошла. Но о Луне мы можем и завтра продолжить говорить. Но очень важно вам, молодежи, понимать, как происходит, что происходит. И да, мы все переходим в эпоху Водолея, земляне. А Российская Федерация, Россия родилась под знаком Водолея. То есть нам уже даны знания, они уже есть в воздухе. И многие вестники, которые знания нам в 19 веке приносили, в 20-м, это русские люди. Соответственно, нам дали не только знания, но и ответственность. И у нас, как мы говорили в предыдущем занятии, тоже сидели ЦРУшники и в Министерстве обороны, и в Кремле в 90-х годах, когда наше братство, 15 республик, 15 сестер, распалось. И что они сделали, англосаксы? Они поджигают таким образом, чтобы все дрались. Вот опять же в моей книге будет описана история, коротко достаточно, для наглядности, как погиб брат моего мужа в Карабахской войне, в моей машине, которую мы ему подарили, белая восьмерка. Ребята ехали с заданием, прямое попадание. Но в 90-м году, в 2-м году, не было еще пиар-акции. Поджигали очень-очень тихо. И я разговаривала со своей свекровью Зейнаб, которая крымская тюркчанка, но переехала потом жить на Кавказ. И она говорила, что я видела, как муж азербайджанец, а азербайджанец, жена армянка, как армянку таскали за волосы. И она говорит, я камнями девчонок отбивала. Вот так. Но выбор происходит в душе каждого человека. Как ты относишься к своим соседям? Дружны ли вы? Или за что-то
кто-то тебе что-то рассказал, и ты стал ненавидеть друга. Почему я вам говорю, никогда никого не слушайте, слушайте только себя. Смотрите, наблюдайте, смотрите с одной стороны, смотрите с другой стороны. Все, ползанятия прошло, про Луну поговорим в следующий понедельник, потому что, ну, реально очень сильно злободневная тема. И они вот, кстати, эти темы тоже перекликаются. Давайте поговорим об Анне. Анна – студентка. Ей 21 год. Мое любимое число. Мудро 21, мудрость жизни 21, 21 век, 21 книга, настольная книга для больших и маленьких человек. Почему она так называется? Не зависит от размера тела. 3 года тебе, 14 лет, 21. Ты носитель, я это называю транспортное средство души, вечного странника. Разум, которому дали 15 миллионов лет назад. И 15 миллионов лет назад каждая монада, каждое ядро индивидуальности стало ощущать себя, познавать себя. Поэтому, потому что до этого в лемурийской расе человек, вот эта глыба огромная, которая жила рядом с динозаврами. И я вот почему перепостила второе занятие, я побольше инфографики поставила. Так как у нас сегодня только третье занятие, я учусь, и я буду делать максимально интересную инфографику. Да, на это уходит больше времени, но мы с нашей командой учимся это делать, чтобы вам было классно, просто, наглядно все это знать и понимать. Соответственно, студентка, 21 год. Когда мы с ней познакомились, она рассказала, что у нее достаточно немного опыта в отношениях с мужчинами, с ребятами. У нее была первая любовь, назовем его Влад по алфавиту, с которым у них были очень теплые отношения. Это первый опыт. Как приблизиться, как показать себя рядом с молодым человеком. И для нее, естественно, для него также, да, как себя вести. И проблематика нас, людей, обычно в том, что мы на кого смотрим. На сверстников еще там нечего смотреть. Мало кто что знает и понимает. Мы смотрим нашу модель на родителей. Но родители тоже косячили, перекосячили. Почему? Потому что они смотрели на своих родителей. А уже бабушки и дедушки, они обычно дети тоже поствойны, 20 века, и у них не было столько информации, столько знаний, время 4D по-другому двигалось. И поэтому вот этот порочный круг, одни косячат, другие учатся, у них тоже косячат, третьи учатся, тоже косячат. Почему я этот проект создала именно для молодежи 14+, мне хочется вот этот порочный круг разорвать, потому что я тоже очень много накосячила. Мне одному сыну скоро будет 30 лет, другому исполнилось вот 14 июля 25 лет, и я решила обнулиться вот это вот и этот порочный круг отрезать. Отрезала волосы и начала все с нуля. Вот смотрите, как обнулилась, начала все с нуля, в ноль подстриглась. 3 нуля, видите? Все. То есть я на физике сделала вот эту манифестацию. И практически вот когда? В августе уже начала, переформатировала свой проект. Кинула в архив. Да, было жалко. Но я понимала, что коль ты фьора де ла вита, если ты в потоке и в диалоге с жизнью, этому я вас тоже буду учить слышать жизнь. Иди, пожалуйста, туда. Значит, первый Влад. Давайте я буду записывать, я же забуду. Вот. Я хоть и зарядила Apple Pen, но все равно у меня тут на iPad одна информация, у меня тут кабинет целый. Так, Влад, первый молодой человек, и он стал первым мужчиной для Анны.
То есть она доверила ему свое тело, будущее лона матери, они занимались любовью. Так, потом они расстались. И Анна мне рассказывала, что достаточно травматично это было для нее. И вот, они поругались, послали друг друга. Кстати, о русском мате и вообще о посыланиях, вибрациях, энергетиках этого мы тоже обязательно будем говорить. Но совсем недавно, опять говоря о так, их расставании Анны и Влада, я увидела, что у девушки начинается понимание и принятие того, что... Потому что я и объяснила, что такое карма, почему сегодня в полосатой маечке, не как просто морячок под луной, луна таскает воду. А мне очень нравится полоска, потому что карма, она есть у нас такая светлая, темная, светлая, темная. И даже когда два человека, юноша с девушкой, встречаются, и две девушки-подружки, мы притягиваемся, подобное притягивает подобное. То есть приходит время, точка бифуркации, когда две души притягиваются друг к другу, знакомятся, и та карма, тот багаж, который, те рюкзаки, которые они носят с прошлых воплощений, они постепенно начинают друг другу отдавать. Это твои учебники, это твоя какашка, а это твоя шоколадка, это твой леденец там, да? Или это твоя бутылочка воды. То есть есть и положительное, есть и отрицательное. Но если бы мы сразу начинали отдавать друг другу, бить друг друга по башке учебниками или прям портфелем, директаменте, напрямую, вот, то у нас бы ничего не получилось. Поэтому мы, когда притягиваемся, мы притягиваемся на позитиве. Мы нравимся, мы начинаем познавать друг друга. А потом, когда мы уже карму, по сути, отдали, либо она ухудшается из-за нашего непонимания, незнания, невежества, почему я хочу об этом всем вам рассказывать, мы отталкиваемся. И вот смотрите, ценность и первого поцелуя, и когда люди начинают уже становиться парой, заниматься любовью, есть такой закон мироздания. На физике вы его, наверное, учили, но вы его не воспринимали как закон мироздания. Скорость притяжения равна скорости отталкивания. То есть, если вот молодежь ходит на дискотеки, я очень любила ходить на дискотеки, я каждую пятницу ходила на дискотеки, я в Монако ездила специально на 2-3 недели с подругами, чтобы ходить на дискотеки, мы где только не были, танцевать. Я прошла этот период, и я знаю изнутри, как это и что там происходит, да? И многие, например, ребята, у которых нет, у нас есть пять базовых чувств. Там любовь и дружба, да, теплые отношения. И есть ценность. Ценность во всем. Наших знаний, нашего тела, всего. И если у человека есть травма ценности, он не ценит свое тело. Ему легко целоваться с кем-то, легко заниматься сексом после дискотеки, а потом вторая половина ждет, позвонит он или не позвонит. Здесь работает закон притяжения. Есть, конечно, карма, когда уже Купидоны уже, блин, не знают, где вас познакомить, да? И на дискотеке, естественно, тоже можно познакомиться, и очень классные отношения могут начаться. Давайте так, отношения делятся на кармические и некармические. Кармические – это когда мы должны, у нас когда рюкзаки полные, а некармические – это когда мы просто должны быстро получить опыт, понять что-то и побежать дальше, которые станут, может быть, кармическими в следующем воплощении. Знаете, как комочек он набирает, набирает, набирает.
Вот. Соответственно, чем быстрее у вас все произошло, тем меньше у вас энергии познавания, энергии любви, дружбы и уважения. Тем быстрее вы оттолкнетесь, потому что вы начнете видеть несовершенство в другом человеке. А так как в себе мы не любим, нос чешется, не любим ковыряться, но все учителя, и Будда, и Иисус, все говорят, познай себя. Соответственно, как нам жизнь показывает нас самих? В нашу жизнь, по сути, приходит зеркало. И зеркало показывает твои несовершенства. Но мы говорим, это он такой, это не я такая, или это она такая сякая. Это все мы будем более подробно разбирать в других занятиях, потому что у нас осталось уже меньше 9 минут. Нам хотя бы, ну хотя бы одну ситуацию, блин, мне болтушки проговорить, но еще раз говорю. Мы будем говорить о том, что важно. Вот как поток идет, так и будем говорить. Время есть. В конце концов, если вам очень интересно, заходите в Телеграм на Мудра21 в чате, и мы там можем и голосовыми общаться, и как угодно, а что там было дальше, или вот у меня такая ситуация. Ольга, посоветуйте. С удовольствием. Причем со мной на ты. Ольга, посоветуй. Так вот, они поругались и разошлись. И Анна потом знакомится с другим молодым человеком в интернете. Его будут звать на букву Г. Григорий. Гриша. Гриша. Его зовут Гриша. Вот, они сначала переписываются, понятно, там фейковые аккаунты, люди с этим тоже играются. Вот это тоже, кстати, навык, как это создать себе двойник. Вот я такой, а мой двойник другой. Это уже хорошо, это тоже получение навыка. Вот. У них начинается, они начинают познавать друг друга. Соответственно, Анна, выйдя травматично из первых отношений с первым мужчиной, послав друг другу на три буквы, так, она не готова к новым отношениям на физике. Что делает милосердное мироздание? Ей дается, купидоны подбирают в соцсетях того человека, который сможет ее морально поднять, приободрить, и которому тоже нужна энергия приободрения Анны. Потому что где живет этот молодой человек? Он живет в Донецке, в небольшом населенном пункте, рядом с Донецком. То есть там, где идут военные действия уже 10 лет. И что нужно Григорию? Ему нужна девушка из столицы, которая обратила на него внимание, которая философ, которая мыслитель, которая, да, она травмирована, он ей может дать обожание, приободрение, потому что что нужно Григорию? Григорию нужна жизнеутверждающая энергия. Он устал от этих летающих дронов, об этом страхе смерти, который находится везде. Ему нужен воздухоглоток. У них начинаются отношения. Но он по телефону в онлайне проявляет такую немножко сильно сексуальную активность, да? Вот, а я бы, если бы я был рядом, я бы то, я бы это. Но опять же, разговаривая с Анной, я и объясняю, что человеку нужна жизнеутверждающая энергия. Ему нужно, необходимо чувствовать себя живым. Он постарше Анны, ему там где-то 23 года. И он живет в деревне. И что происходит в их отношениях? Он очень хочет встретиться с Анной.
Он полюбил ее, у них очень много общего, но он понимает, что он не хочет быть альфонсом там каким-то. Ему надо достигать. То есть мы, когда выбираем следующее воплощение, мы выбираем не только родителей. Наша монада, ядро, душа выбирает тело, женское воплощение или мужское воплощение. Если в предыдущем воплощении мужчина плохо относился к женщинам, ему ангелы, владыки кармы советуют настоятельно некоторым. У некоторых людей, кто низковибрационный, у кого мало знаний, у них практически нет выбора, и они постоянно должны перевоплощаться. Вот как мой отчим, он умер в 90-м году, там, в 91-м, что ли. И в 95-м уже воплотился, как мой сын. Я вам рассказывала, что он меня сильно зверски избивал. Эти ситуации мы потом тоже будем рассматривать. Но мне сейчас главное рассматривать те ситуации, которые сейчас, в 21 веке, сейчас, когда террористическая акция проходит на моей Курской земле и в Донецке, где живет Григорий, что он делает? Он собирает все свои силы и переезжает в более крупный город, там, Мариуполь или куда-то, да? Но ему не хватает энергии и общаться с Анной, и на вот этот переезд. И он уходит по-английски. Он перестает с ней общаться. Не знаю, какие у него были для этого мотивы. 3 минуты, блин, осталось. Короче, он ей вчера написал. Написал полгода после того, как он сошел с радаров. Написал, и мы смотрели прежде всего, что чувствует Анна, которая получила СМС от парня, который был приятен. И, естественно, после того, как он скрылся с радаров, она впадает в следующую жертву. Первая любовь. Послали на 3 буквы. Здесь вроде бы они понимают друг друга, но тоже он куда-то скрывается. Хотя много там обещал и все остальное. Опять же говорю и всех учу, никого не слушайте. Жизнь может измениться. А может быть, он вообще погиб. Вон, бабушки семечки продавали. Обстреливают гражданские объекты. Вы знаете, что происходит на всей территории. И если человек обижается, то человек также несет негативную энергию в энергоинформационное поле Григория, а ему нужна позитивная. Почему я учу всех девушек и женщин? Именно подсвечивать. И если мы, наши души, наши монады выбрали женское воплощение, то мы должны вот этот навык получить. И почему многим сложно, почему такие мужиковатые есть, да? Есть вот женщины, которые бреются в ноль не для того, чтобы обнулиться, как я, а потому что в них много мужской энергии. И они идут там тоже и воевать, и снайперами работают, и все такое, все такое. Потому что вот эта вот прокачанная энергия из прошлых воплощений, она, естественно, у нас есть в натальной карте кармические узлы. Это все то, что наш багаж из предыдущих воплощений. И у нас есть 10-й дом, узел будущего, где мы можем посмотреть, куда нам надо стремиться, что нам надо прокачивать. Вот я солнечная дева, всем готова помогать, но именно мои стрельцы, опираясь на мой опыт познавания, сейчас может вести это знание. У нас осталось вообще прям мало-мало. Так вот, у нас есть еще третий герой, молодой, не совсем молодой, взрослый мужчина, с кем были отношения у Анны, но не было близких отношений. Почему? Потому что ценность своего тела и именно как это заниматься любовью, утопая в глазах любимого.
Все, время истекло, 45 минут прошло, и я выбрала, почему колокольный звон, потому что я вам всегда говорю, внимательно смотрите, как происходит ваша ситуация, потому что жизнь через тех людей, с которыми вы проходите уроки, навыки, опыт, сначала звонит колокольчиком очень нежно. И только если вы уже не слышите, не понимаете, тогда ситуации усугубляются, становятся более жесткими, и тогда колокол бьет по башке каждого человека. Я благодарю вас за внимание. Третье занятие подошло к концу. Завтра мы продолжим говорить об Анне, ее ситуациях. Три опыта, три мужчины, три молодых человека, один не молодой в ее жизни. До новых встреч в эфире. Благодарю.